Всем добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу вас познакомить с начинающими блогерами, замечательная семья. Это многодетная семья из Тюмени. У них 7 детей чудесных. И у них Ярослав, Женя, Вадим, Аня, Илья, Кира, мама Любовь и папа Вячеслав. Эта семья очень активные, они везде в спорте, во всяких конкурсах участвуют, они везде ходят, гуляют, ездят. И также вы здесь увидите обычный быт многодетной семьи. Я вместе с вами подписываюсь на этот канал, обязательно нажимаем на колокольчик и остаемся с ними. У них очень интересные видео, поэтому подходите, проходите по ссылочке в описании и поддержите многодетную семью. И напишите, что вы от семьи Тарантиных. Для меня это будет очень приятно. Ссылочка, напоминаю еще раз, остается в описании. Проверяю у Оксаны домашнее задание и доделывает дальше она, да, Оксана? Карандаши типа точи. Вот так вот. Делает домашнее задание. Все, ладно, сейчас делает, потом покажу. Ребята, сегодня поставила тесто. Что-то полотенце не то положили на тесто уже. Будем стряпать с вами пирожки с капустой. Так что оставайтесь с нами. Всем еще раз здравствуйте, ребят. Сегодня, честное слово, вот вообще ничего не снимала. Засняла тесто. У меня, кстати, оно уже поднялось. Надо его сболтать. И целый день сидим с Оксаной, делаем уроки. Это просто что-то с чем-то несравнимо. Поэтому прошу прощения. Илья подбирается тут медленно. И тебя в зеркале, если что, видно. В целом, зашла в магазин. Что купила? Яйцо купила. Хочу сегодня сделать свой домашний майонез. У нас Ильюша любитель майонеза, да, Илья? Дальше взяла вот такие вот спагетти, они широкие, 3 пачечки. Так, Света, прибери мои перчатки. Илье купила ивонную гадость. На. Ну, вот как это еще назвать? Это гадость. Дальше потом купила эти фрикадельки, 2 упаковочки, чтобы что-то варить. И взяла рагу свиное, свежее еще, вот видите, мягкое. Хочу супиков сварить, сейчас приготовим. Так, ну тут женские причиндалы показывать не буду. Как вы знаете, тесто я поставила. Я поставила очень много. Капусты у меня мало, поэтому решила взять еще сосиски, чтобы сделать пирожки. Они таврия полукопченые, рыжики называются, взяла. И также 3 булки хлеба купила. Вот все мои покупочки. Сейчас переоденусь и будем стряпать. Устала, ребята, очень сильно сегодня с Оксаной. Она прописала прописи? До конца, ну-ка принеси, я сейчас посмотрю заодно. Ой, это что-то с чем-то нам в будние дни так много не задавали, как нам задали сегодня. Это вообще, причем на один день это все задали. И мы сидим сегодня с ней, мы несколько раз читали, мы пишем. Сначала я заставляю писать на черновике, а потом уже только я говорю ей писать в чистовике, чтобы она не портилась. Это руки намочи и взболтай тесто. Тебя не видно будет. Ну, сейчас я руки помою, да потом взболтаю. И поэтому, ребята, вот так вот у нас. Сегодня целый день вот так вот у нас с этими уроками. Мы просто сидим, пишем.
и конца, и края этому нету. Сейчас буду уже стряпать пирожки с капустой и с сосисками. Тебя Илья все равно видно. Сейчас, подожди, Маша. Ну, немножко было видно. Многим понравилась твоя крыска, а многие сказали, фу, какая гадость. Ну, я так и говорила, что многие так скажут, потому что многим она не нравится, такая живность. Поэтому это нормальное состояние. Многие написали, что тебе передалось от мамы любовь к крысам. Просто они любят животных. Без животных, да, и как Илья тебя спросил, без животных скучно, да, Илюша? Да, он сказал, мама, скучно без животных. Я просто с самого детства приучаю, чтобы они с животными были. С животными у них будет любовь. Они будут любить хорошо. Так, сейчас проверим. Как и что она мне тут написала. Я заметила, у нее в некоторых частях она еще не до конца дописала. И я ее заставляю сейчас это прописывать. Сейчас проверим, где прописала, а где не прописала еще. Все, прописала. Ах, ладно, дорогие друзья, оставайтесь с нами, сейчас будем стряпать пирожки. Так, дорогие мои, испекла первую партию пирожков с капустой. Вот такие вот они у меня получились. Всем приятного аппетита, все, кто кушает. Дорогие друзья, сварила я уже суп со спагеттими, с мясами, с кусками, видите. Вот такой вот вкусный супик у меня получился с крупными-крупными спагеттими. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Сейчас еще добавлю зелень и будет вообще вкуснятина. Ну, такие большие куски мяса. Дорогие друзья, все, жарим пирожки. Уже с капустой последний поставила. Уже начала делать с сосисками. Вот здесь у меня духовка стоит и готовит. А я жду. О, вся красную уже печку натопила, суп сварила. Детки бегают, играют. Сегодня вкусные. Иди сюда, Марин. Скажи привет. Привет. Сегодня вкусные копченые колбаски купила. Ну, сосиски вот. Из них сделала. По одной сосиске детям дала поесть. И остальные на пирожки. Сейчас нажарю. Тесто еще немного осталось. Сейчас, кстати, покажу вам. Вот столько вот у меня еще теста осталось. И вот к ним эти сосиски, которые я наготовила. И вот целый тазик булочек. С капустой, пирожков с капустой. И уже много поели. И еще в духовке есть с капустой. Как-то так. Вот такие вот дела. Стою и думаю, чай-каркаде что ли сделать. Что такое-то чай такой охота? А какой, не знаю. Есть с лимоном, есть улун, который нам присылала еще Верочка. Не улун, а как он? Банановый. Да, банановый. Мы просто пересыпали баночку из-под KFC. И вот думаю, какой сделать. Так, что-то я не знаю, что и попить даже. Уже все это надоело. А вот это вот мой любимый, лесные ягоды. Это мой любимый чай. Постоянно его пью. Очень уж он мне нравится. Что-то все приправы опять вниз понаставляли. Я всегда их наверх ставлю, вот эти вот перечницы. Чтоб маленькие детки не светили, а кто-то их вниз поставил. Дуртом. Постоянно вот так что-то перебираешь, и все равно постоянно дети все раскидывают. Кофе надо засыпать, кстати, заканчивается. У меня упаковка с кофе есть. Надо пересыпать баночку. Так. Сейчас достану, ребятки, покажу вам. Все, достала. Вот такой вот, ой,
Вот такой вот кофе на данный момент. Ну вот мне понравился по вкусу. Вкусный такой кофе. Ладно. Сейчас пересыплю кофе, сделаю, наверное, себе чай каркаде. Что больше ничего не хота такого. Достряпаю пирожки и потом пойдем дальше с Оксаной уроки делать. Там Оксана, кстати, прописи неправильно сделала. Надо переделывать с ней. Короче, работы еще много. Еще надо белье перебрать там в комнате. Ох, ладно. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Самое главное, берегите себя и берегите свое здоровье. Это сейчас самое важное. Так, испекла первую партию с сосисками. Вы видели, как я закручиваю их. Также с капустой еще допекла. Уже ребятки много съели. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Все, ребята, дожарила с капустой и с сосисками. Ребятки уже по 2 сосиски, по-моему, съели. И с капустой штук по 10, наверное, съели. Тут у меня одна сладкая, потому что не хватило начинки. Поэтому вот так вот. Вот такой вот у меня был, ребята, сегодня день. Я себе сделала чай с каркаде. Сейчас тоже попью. Буду уже ребятишек спать укладывать скоро. Всем, кому понравился сегодняшний влог, оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал. Завтра хочу заснять уже, наконец-то, добраться до шкафов. Я все еще никак не могу добраться до шкафов. Просто. Завтра будем до них добираться. Будем перебирать, потому что там дети перевернули вообще все. Они сами, когда достают, и получается так, что все вещи переворачивают. Я не знаю, видимо, только у меня вот такие вот дети, которые не могут аккуратно достать. Напишите, у вас дети вообще переворачивают вещи в шкафах или нет? Многие заметили сегодня в Инстаграме, что на мне костюмчик от Василька. Очень удобно, очень легко в нем ходить. Я уже постиралась, развешала белье, еще стирку поставила. Многие спрашивают, почему вот сейчас зимой неудобно же ночью стираться. Ну, понятно, что неудобно, не сохнет, потому что. Но зимой почаще ночью почему включаю, чтобы вода не замерзла. У нас в морозы бывает такое, что вода замерзает. Поэтому мне, чтобы вода вот так вот прогонялась, считайте, машинка будет набирать, и вода не должна замерзнуть. Но в том году я так делала, у меня не замерзло ничего, поэтому так что... Как-то вот так вот. Ладно, дорогие друзья, на этом я свой влог завершу. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки и пишите ваши комментарии. Всех вас очень сильно люблю и всем говорю пока-пока.